я так комментирую. Тебе обычно музыка играет, ты сиди. Браво! Bells, bells. Вот это да. Раз, два, три, четыре, пять. Какая красота! Сумма! Мощно! Теперь я беру красный цвет и рисую квадратик красивый. Красивый. Маленький. Сейчас, наверное, переворачивается там, где он лежит. Потому что я нарисовал красный квадрат. А Кандинский вообще с ума сходит. Сейчас центр мира здесь. Так, зелененьким. Но я потом начну красками рисовать. Фишка в том, что я прыгаю. И если бы сейчас была музыка, оно бы было так. Раз, два, три, четыре. Здесь воображайте себе динамичную музыку, фанфары и барабаны. Мы можем голоса включить. Да, да. Теперь я рисую красивый треугольник. И сейчас включаются цвета. Вот там вы опасно стоите, на вас может попасть что-то. Это будет счастье. Пам-парам-пам-пам. Парам-пам-пам-пам-пам. Али! Оп! Хоп! Ах! И тут такой кобзон. Так, теперь летовенькое добавим. Тут музыка, музыка, я прыгаю, прыгаю, меня колбасит, я бегаю. Я сейчас рисую абстракцию. Это мой ответ кубистам, кубизму. Вот такая позитивная, в детскую можно повесить. Абстракция, да? Ну да, дружище! А, да, да. По заявкам красивых телезрительниц, жжем. Так бы не жгли, а так жжем. Я озвучиваю движение кисти на холсте. Фишка в том, что я когда рисую эти картины, у нас потом будет видео, и можно повесить дома картину и видео, как это рисовалось. Это очень интересно. Вау! Ха! Ха! Скоро я брызгать начну, это будет самое интересное. Я контролирую. Сильно не брызгай. Ю! И тут аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. Теперь прилетели красивые божьи коровки. И они сделали так.
одна толстая божья коровка, самая мама такая. Упс. Сказал, так детки строят, совсем еще в детский сад. Красота нереальная. Это шоу может длиться бесконечно. Я до следующей пятницы свободен, так что... Как кино «Бумбараш» можно нарисовать фигуру? Хорошо, мы с вами потом это обсудим после этого моего блистательного шоу. Так, мы присутствуем. Малевич умер. Парень, ты что, не знал, кто? Кто не знает, что Малевич умер? Али. Оп. Хау. Сейчас брызгать еще. Так, не хватает вот здесь. Вот такого. Нет, я внутри там картинки рисую. Вот на втором этаже был два рисунка. Но пытаюсь, пока не ступи не делаю. Хорошо. Это флеш. Флеш. Флеш он был, а со мной не подходит. Эта картина заряжается сейчас моим позитивом. Вот как его можно передать? Вот так. Ха! И вот так. Ну ладно, хорошо. Раз, я позвоню. Значит, я полагаю, для того, чтобы вас не утомлять, я хочу сказать, что я еще немножко здесь что-то доделаю, а на этом любите меня.